Объект вижу. Начинаю слежение. Кажется, он клюнул. Веду его в укромное место, затем ликвидирую. Все идет по плану. Птичка заходит в клетку. Не понял. Прием, прием. Кажется, я потерял ее. Нужны срочно координаты. Веду поиски. Ну, здорово. Прости, родной, ничего личного, но мне тебя заказали. Смешно. У меня задание тебя ликвидировать. Что смешного? Смешно. У меня тоже. На кого работаешь? А ты? Ты же знаешь, шпионы не выдают своих тайн. И что будем делать в этой ситуации? Вот так мы и познакомились. В итоге решили друг друга не убирать, а наоборот объединиться. Крутая история. Вы у меня такие крутые. Я, честно говоря, вами горжусь. Ну, родители, полный кринж, блин. Так, дочь, мы вроде договаривались. О чем договаривались? У всех родителей нормальные, а вы даже на родительское собрание не можете нормально прийти. Помощника за его отправляете. Да ты не понимаешь, у них задания, они шпионы. У нас вообще родители самые крутые. Задания, шпионы. Дочь, я не понимаю, откуда в тебе это все? Да потому что нормальные семьи по выходным ходят в парки развлечения. Мама готовит ужин, а не заказывает это из ресторана. Папы помогают детям по урокам. Когда ты мне последний раз помогал скворечник делать, а? Лола, если бы не мы, вот этого вот всего не было бы. Да лучше бы не было. Ты никогда собаку обещал. Ты мне собаку обещаешь уже уйму времени. А мы завели Кью Рева Максви. Я лабрадора хотела. Это вообще-то мой друг. Единственный. Hello, Rocky. Не обращай на нее внимания, это у нее просто друзей нет. Конечно, кто еще с таким, как ты, подружится, кроме него? Дети, прекратите ругаться. Хватит. У него мощность всасывания 7000 паскалей. Это больше, чем твой мозг всасывает информации. Так, хватит оскорблять сестру. За стол вернись. А ты прекрати ругаться с братом. Что мне еще не делать, а, мам? Все, я в свою комнату, меня не трогать. Поели. Она какая-то ненормальная. За стол, марш. Кара, ну и что мы делаем не так? Мне все нравится. Тебя никто не спрашивал? Я не знаю, что с нашей дочерью. Мы же все сделали, чтобы она росла в безопасности. Видимо, этого недостаточно. Ладно, я что-то не голодный. Пойду лучше к себе в комнату. Стоять. Убери за сестрой. Чего? А почему я? Это же она накрошила. Давай-давай, без разговоров. Нечего было сестру провоцировать. Да я тысячу лет буду это убирать. Собери большие куски, остальное все Рокки сделает. Точняк. Все, я убрал. Теперь Молодец. Пойду в комнату. Весь аппетит сбили. Надо что-то явно придумать с нашими детьми. А что ты сделаешь? Надо было больше времени с ними проводить, а не по заданиям бегать. Можем занять их чем-нибудь. Мир кому-то спасать надо? Да уж, семейный ужин удался. Зато все спокойно. Да, дети, быстро вниз. Кто тебя за язык тянул? Мам, пап, тут что-то засверкало. Очень сильно кричит. Так, тихо. В смысле тихо? Это что такое? Так, дети, слушай меня внимательно. Сейчас быстро бежим и прячемся в подвал. Ты за старшего, ты за ним. Все, пойдем. Давайте, дети, быстренько. Мама, что случилось? Все будет хорошо. А ты за мной, наверх. Я отключу эту штуку, она меня бесит. В подвал, быстро, спускайтесь. Мелкая, сиди здесь пока что. Я старше. Это от агентства. О, что ж такое? Даже с детьми не смогли время нормально провести. Проверяй. Секунду. Кажется, у нас там шпион.
Мы же договорились, ты прячешься с сестрой в комнате. Я просто... Мне стало интересно. Хорошая погода. Сигнализация — это не шутки. Ну, пап, ну, пожалуйста. У вас почему самое интересное у вас, а у нас нет? Здесь ничего интересного нет. Это работа, и она опасна. Ну, я уже взрослый, я тоже хочу быть шпионом. Так, быстро иди к сестре и присмотри за ней. Вот твое задание. Скучное задание. Что за не смотреть-то? Ты сначала с этим заданием справься. Ты сначала с этим заданием справься. Мелкая, ты где? Так, ну что там у нас? Это Мэтт. Кармен, Григорио, у меня для вас новое срочное задание. Мир столкнулся с экологической катастрофой. Кто-то нарочно отравляет воду во всех источниках. Я уже выслала вам образцы на ваш секретный адрес. Проведите анализы, вычислите, что это за вещество, и найдите вредителя. Походу, все, приехали. Пойду встречать, наверное, образцы привезли. Они всегда сначала отвозят, а потом только предупреждают о задании. На что поделать, работа у нас такая. А ты не думал когда-нибудь закончить с этой работой и наконец-то с детьми пообщаться? А кто, если не мы? Света, меня выгнали. Что там случилось? Да ничего, там у родителей суперважное задание, они не хотят с нами не делиться. Суперважное задание у них, да? Даже не достали со своими шпионскими играми. Да ты не понимаешь, это не просто шпионские игры, они мир спасают. Я хочу тоже, когда вырасту, таким же быть. Угу. Лучше бы они хотя бы один день провели с детьми. На улице вон какая погода хорошая. А они, работа, работа. Вот будешь как они, не будет у тебя семьи. Тихо, тихо. Родители идут. В этот раз в таком. Да, смешной пакетик. Я могу сказать детям, чтобы они выходили? Лучше пока пусть посидят. Такс. Мусорку. Держи. Интересный составчик. Подожди, сначала надо сделать экспертизу, а потом узнаем, интересно или нет. Держи. Так. Почему они не могут нам присылать это в офис в рабочее время? Почему мы эту гадость должны у себя дома открывать? Я не понимаю. Ты же знаешь, экстренные задания не требуют отлагательств. Угу, конечно, как всегда. Ты подумай об этом сама. Если вся природа будет загрязнена, где наши дети будут гулять и играть? Давай уже проводи экспертизу. Так, дай мне эту штуку. Так неудобно. Ой. Грег, как ты мог пролить эту гадость? Пол новый. Да не переживай ты, сейчас Рокки все уберет. Дай мне телефон. Мам, пап, все хорошо? А что у вас здесь случилось? Так, дети, не подходите сюда. Папа разлил не очень хорошую вещь на пол. Стойте там. Понял, какая-то суперсекретная жидкость. Суперсекретный яд. Мы все в комнату. Сказала, не ходите здесь. А где телефон? Держи. Вообще ничего не могут. Папа, ты мне дашь такую жидкость? Я в школе всех удивлять буду. Так, брысь отсюда. Вот как обычно. Просто обычная жидкость. Почему ее нельзя убрать? Так, Даша, ну-ка, брысь. Мама! А почему она не оттирается? А... Так, быстро, руки мыть. Супер неоттирающая жидкость. Так, руки. Вы не хотите нам ничего объяснить? Мы потом вам все объясним, дочь. Пожалуйста, не задавайте лишних вопросов. Так, хорошо, что у Рокки есть режим Hyperforce. А я знал про этот режим. Давай, Рокки, ты справишься даже с суперопасной жидкостью. Так, дети, это не суперопасная жидкость. Угу. Знаем мы вас. В прошлый раз вы что притащили в дом? Какого-то радиоактивного червя, который рос просто не по дням, а по часам. И он дырку в стене нам сделал. Да ладно, это было даже круто. Я с ним играл. Так, Кара, я получил результаты, они на компьютере. Дети, наверх. Дети, наверх. Опять мы наверх. Вы будете чем-то интересным заниматься, мы просто сидеть. Давайте рожи не кислые, улыбочку. Можно я просто пойду погуляю и все? А давайте вы мне на день рождения подарите какую-нибудь суперсекретную штуку. А давайте без давайте. Ну, что там? Грег, это жидкость, это нефть. Просто переработанная. Ну да, состав тот же. В нашем городе есть только один человек, который занимается нефтью. Собираемся. Куда мы положили свои супершпионские костюмы? Все в гардеробной. Нам надо уезжать. Да, дорогая, я понимаю. Что понимаешь? А наши дети, кто за ними присмотрит? Они уже взрослые и смогут справиться сами. Ты уверен? Я боюсь их одних оставлять. Малая, 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 малая. Отстань. Хочешь прикол? Тебе какой расскажу? Обалдеешь. Ты такого еще не слышала. Знаю я твои приколы. Отстань от меня. Да нет, это по-настоящему прикол. Угу. Мне хватило прошлого раза, когда я зимой босиком на улицу вышла. Ну тогда ты просто еще не была умна. А сейчас...
Осторожно, мои картины повредишь. В общем, мама с папой куда-то уезжают на секретное задание и оставят нас здесь одних. Ой, что? Это каждую неделю происходит. Ты не понимаешь, я один раз за ними подслушивал. Весь в родителей. Шпион, блин, недоделан. Да, весь в родителей. Так вот, я подслушал, и где-то в доме у них есть секретный шпионский чемоданчик. Прикинь. Что? Настоящий! Ты представь, сколько там всяких штук классных! Какой-нибудь лазер, который стены за секунду пробивает! Или вообще пушка-замораживалка! Фу, так тебя встрельнуло, ты заморозилась. Можно манекен-челлендж снимать. Тебе лучше не о бластерах всяких думать, которые замораживают людей, а уроки делать! И к тому же, этого чемоданчика, скорее всего, не существует. Ты его просто выдумал! Ничего я не выдумал! Вот спорим, спорим на 10 щелбанов! На все карманные деньги за месяц! И 10 щелбанов. Угу. Давай, как только они уйдут, я докажу тебе это. Угу, теперь иди на свою половину уроки делай. Ты, блин, шпионский. Шпионам не надо уроки делать, шпионы умные и так. Поэтому у тебя почти все двойки за семестр. Потому что я выполнил тайные шпионские задания, поэтому. Какие? Мама в магазин за хлебом отправила. И что? Это вообще-то тоже не менее важные. Быстрее, быстрее, быстрее. Ты что делаешь? Хочу обезопасить дом и детей. Обезопасить? Ты думаешь, им что-то угрожает? Слушай, это наши дети. Сколько раз нас уже пытались подловить? Так никто не знает, что они у нас есть. Мы скрываемся. Все тайное всегда становится явным. Режим безопасности активирован. Теперь можем ехать? Да, поехали. Ушли! Кайф! Нифига себе! А что у них здесь произошло? Хочешь, открою страшную тайну? Ну? Это просто режим безопасности. Мне про это мама рассказывала. Эй! А почему мне мама про это не рассказывала? Потому что ты болтун. Я болтун? Да когда я кому что-то рассказывал? Мне рассказал про суперсекретный чемоданчик родителей. Ну и что? Ты моя сестра. А вдруг я не твоя сестра, а просто суперзапрограммированный робот, а? Реально? Реально. Нереально. Ох, ё-моё. Ты вообще что ли? Нельзя так шутить, ты же знаешь, я очень впечатлительный. А кто первый забежал в класс и начал кричать: а вы знаете, что у меня родители супершпионы? Так это мой класс, я с ними с самого детства, с 7 лет. Тем более мне все равно никто не поверил. Так, у нас там вроде спор был. Ты говорил про чемоданчик, который есть у родителей. Точняк. Я по-любому уверен, что он где-то на кухне, потому что мама с папой здесь больше всего времени проводит. Больше всего времени на кухне проводишь ты у холодильника. А? Я просто взрослею и очень быстро расту. Знаешь что, признайся, ты просто тянешь время, и никакого чемоданчика не существует. А вот и неправда, существует, существует. Так, с едой, только на кухне. Я сейчас найду. Где-то здесь был, я прям помню. Ага. Так, вон он, вон он. Это же правая рука директора нефтяной компании. Фото сделал. Сейчас попробую настроить сканер, чтобы понять, что у него в чемодане. Видишь что-то? Вижу. Кажется, это то, что нам нужно. Ты уверена в этом? Конечно, я уверена. Тогда я возьму его тепленьким. Да подожди, он уже ушел. Нам нужно просто зайти в машину и взять чемодан. Ну, значит, возьму чемодан. Я с тобой. Давай уже просто признаемся, что этого чемоданчика нету. Нет, я не признаюсь. Ой. Тут нету. Опа! Тут что-то явно есть. Да что там есть? Да! Это чемодан! Да, самый секретный чемоданчик. Иди сюда, сейчас будешь щелбаны получать. Погоди, ты щелбаны, давай сначала откроем. О, нет, 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 ты уже со спора срезаешься. Хорошо, давай будь по-твоему, откроем, а потом ты мне дашь щелбаны, как и договаривались. Ну ладно. Эй, стой, я буду открывать. Я его нашел, значит, я должен открывать. Девочку выступать надо. Ничего не знаю. Он закрыт, что ты там смотришь? Блин, а как его открыть-то? Ключ для этого нужен. Ага, и где я тебе ключ найду? Ну ты же у нас мегамозг, и придумай. Точно, я же суперагент, гениальный шпион. И у каждого гениального шпиона есть свой гениальный помощник. Hello, Rocky.
Я здесь. Убери здесь. Пытаюсь вас найти. Оставайтесь на месте и подождите немного. Видала, как я могу? А вот и вы. Начинаю уборку. Отойдите, пожалуйста. Ну и в чем смысл? Ха! Я теперь через его камеры могу смотреть за всякими потайными местами. У меня здесь приложение специальное есть. Опачки! И я все вижу. Везде, где не смогу посмотреть сам. А еще я им даже управлять сам могу. Здесь вот кнопки для управления. Прикинь? Вот, видишь, я на тебя прям еду. Эта технология. Ну, я поэтому назвал его своим шпионским помощником. Ну, что ты стоишь? Давай, ищи ключ. Дорогая, мы на секретном задании. Зачем тебе помада? Ты не знаешь. Это мои женские штучки. Смотри. А мне что делать? Прикрой тыл. Понял. Чисто там. Чисто. Отлично. Готово. Мне нужно осмотреть всю машину. Чемоданчик есть. Так. Вот здесь еще я не смотрел. Это что такое? Не понял. Я, походу, ключ нашла. В смысле ты нашла это? Я нашел со своим помощником. Я нашла ключ, я выиграла этот спор. В смысле? Ничего не знаю. Это вообще-то Рокки выиграл. Так. О-о-о! По-любому они пуленепробиваемые. А ну, Свет, дай щебан мне. Вообще ничего не чувствую. Ты класс. Смотри, какие мыльные пузыри прикольные. Свет, может, не стоит их трогать? Да ща, подожди, все нормально будет. Просто пузыри. Ё-моё! Видимо, не просто пузыри. Чё это за штука? Давай-ка, положи лучше это на место. А вот наручники интересно. Да-да, положила. А чё у них за сила? Ай-ай-ай! Чуть-чуть ударили. Вот это мне тоже... Мне это надо. Будешь приставать, я на тебе использую. Это, видимо, супер горячий лазер. Так, положи все на место, только... Ага, не подходи ко мне. Если ты направишь на меня этот лазер, я ночью надену на тебя эти наручники. Ты очень злая девочка. Смотри, какая штука! Никит, а может не надо? Как это не надо? Смотри, какая классная. Для применения поставьте на землю. Не-а, не! Включить! Слушай, кажется, она не работает. Эй! Может, ты не будешь ни на что тыкать, а? О! Вау! Смотри, какие классные невидимые ботинки у меня появились. Это просто лазер. Он весь дом очертил! Ну, ты видишь что-то интересное? Пока нет. У меня что-то с часами. Что случилось? Это дети. Блин, они что, нашли наш чемоданчик? Походу. Ладно, тогда скорее домой. Не понял. Эй! Походу, нас заперли. Мне кажется, это что-то опасное. Да ладно, простая фигня. Пусть здесь стоит, она меня прикалывает. Никит, иди сюда. Ну иди сюда. Стоять! Стой, стой, не надо. Ты же даже не знаешь, как она работает. Я сейчас на тебе и проверю. Вдруг это лава-пушка? Круто, буду одним ребенком в семье. Ладно, ладно, все, сдаюсь, сдаюсь. Хорошо, сейчас выберемся. Это бесполезно. Да, надо звонить детям. Машина бронирована. Так, надо звонить, звони. Звони. Ты звони, у меня нет телефона. А я запрограммировал свое несекретное задание, там тоже нет номеров. Ты что, не помнишь номера детей? Нет, мы их меняем каждую неделю. О, тоже мне отец года. А сама такая умная, а ты-то помнишь номер? Я? Да, конечно. Давай, первые две цифры хотя бы. Я не помню. А я помню, 8-9. Мы с тобой плохие родители. Так, давай думать, как выбираться. Слушай, у нас же есть умный пылесос. Если мы через Роборок отправим детям сообщение, подключимся к нему дистанционно. А это отличная мысль. Так, хорошо, сейчас попробую поймать с ним связь. Подключилась. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. На! На! Дети, внимание, это ваш папа. Папа? Пап? Ты там?
Мы с вашей мамой попали в опасность. Нам нужна помощь. О, в опасности? Пап, если что, мы ничего не трогали, и мы просто здесь сидели, телевизор смотрели. Я не знаю, это все Никита. А что мы можем сделать для тебя? Слушайте внимательно, в нашей комнате есть компьютер. Вам нужно к нему подключиться. Пароль – супершпион. Так, понятно. А дальше что? Там есть программа «Спутник». Подключитесь и найдите нас по навигатору. После чего включите программу «Открыть все двери». Все, пап, я сделаю. Я же настоящий шпион. Отдай меня, ты подожди. Я... И давайте быстрее, поторопитесь. У вас мало времени. Хеллоу, Рокки. Отправляйся на докстанцию. Как думаешь, они справятся? Конечно, справятся. Это же наши дети. Как? Слышала? Отлично. Я молодцы, знала, ребята. Самые умные дети. Так, нам нужно быстрее сделать образцы, которые мы нашли в этой машине. И если они совпадут с тем, что нам прислали, то дело в шляпе, мы докажем их ему. Так, быстрее. Дети, привет! Блин, а чё выключилось-то всё? Привет, родители, а мы здесь засмотрелись очень интересную передачу. А до передачи что вы делали? Я его подтягивала по урокам. Уроки мы делали и спортом занимались. Да, так мы и поверили. Сколько раз я говорил не трогать наши вещи. Это не я, это все Никита. Он сам сказал, что у вас есть специальный чемоданчик со всякими там приборами. Он нашел ключ. Ну, Свет, не обязательно так сразу раскалываются. Мы они же шпионы, и нас невозможно обмануть. А самое плохое, что вы сделали, вы обманули родителей. Это не моя идея была, это все он. Ага, что ты тоже мне рассказываешь, что вообще-то твоя идея тоже. Ну-ка быстро марш в свою комнату, оба. Домашний арест на сутки. Прекрасно. Это из-за тебя. И если что, ты мне проспорила. Потому ты что чемоданчик проспорил. Существовал. Давайте бегом. И без всяких гаджетов. Ух. Вот он, тот самый образец. Срочно нужно сделать анализ. 5 минут и готово. Ты знаешь, все-таки не зря мы купили этот умный робот-пылесос. Да, у нас так выручил. Кажется, он заслужил приятную чистку. Отлично, порадую нашего помощника. Ну что, малыш, за твою помощь почищу-ка я тебе насадку. А то твоя уже совсем загрязнилась. Температура 60 градусов будет для тебя как расслабляющий массаж. Установлено крепление ткани для влажной уборки. Любимый, включи режим очистки. Режим очистки включен. Начинаю промывать салфетку. Меня эти родители уже достали. Видите, им можно играть шпионов, а нам нельзя. К тому же мы им жизнь спасли. Да ты же сама не хотела быть шпионкой. Тем более это и правда может быть опасно. И нам еще рано к этому прикасаться. Меня достало то, что они постоянно контролируют, что можно, а что нельзя. Я гулять. В смысле? Они же нас на домашний арест посадили. Тебе нельзя из комнаты выходить. Тем более, если ты пройдешь, они тебя стопудово спалят. Не боись, у меня есть тайная лазейка из дома. Пойдешь со мной? Нет, ни за что. Я лучше здесь с акуленком останусь. Акуленок, пуруруру, акуленок, туруруру. Так, я же взрослый уже. Промывка салфетки остановлена. Завершена. Вот, теперь чистенькая. Отлично. У нас есть доказательства. Едем в агентство. Ты знаешь, мы не можем детей снова оставить одних. Да ладно, Кью, Рэва, Макс, Ви присмотрят за ними. Запусти сценарий уборки по всему дому и заодно проследим за детьми. Это хорошая мысль. Запустил. О, неизвестный номер звонит. Отследи. Ага, выложу на экран. Угу. Что? Ты что там делаешь? Дочь! Ты как там? Не вздумайте ее трогать. Если с ней что-то случится, вам конец. Бежим за ней. Ты отследила звонок? Да. Поехали. Мама, папа. Вы куда? А что с моей сестрой? Так, нужно срочно позвонить. Блин. Так, ладно, не вопрос. Хеллоу, Рокки. Глубокая очистка ковра. Кайф, красавчик. А мне теперь нужно спасать сестру и родителей. Ты же без меня справишься, дружище? Посмотри, мы точно правильно пришли? Да, это старый рыбацкий дом на окраине города. Только тише. Слышишь, тут есть один нюанс. Какой? Он записан на нефтяную компанию, под которую мы копали. Тогда это многое объясняет. Пойдем.
Похоже, нас уже ждут. Это по-любому ловушка. Наплевать, там наша дочь. Госпожа мэр. Что здесь происходит? Еще один шаг, и здесь все взлетит на воздух. Вместе с нами. Мы думали, главный злодей – это директор нефтяной компании. Та-дам! Неожиданность, правда? Я сделала все, чтобы вы подумали, что это директор нефтяной компании. Даже подсунула образец нефти в его машину. Это все вы? Зачем? Что вы хотите? Я? Хочу, чтобы здесь все снесли к чертям, и я построю торговый центр, который будет приносить мне кучу денег. Так банально, боже, а при чем здесь нефть и природа? Да потому что нефтяная компания не хотела мне продавать эти земли. Но благодаря вам мне быстро дадут право на постройку здесь. Но если мы сделали всю грязную работу, отпустите нашу дочь. Угу, конечно. А завтра вы всем агентству будете на меня охотиться. Так не пойдет. Да, деточка? Мам, пап, простите, пожалуйста, я не знала, я просто хотела погулять. Молчать! Хорошо, какие у вас условия? Что нам нужно еще сделать? Самоликвидироваться желательно. А еще чего вам? Ладно, если по правде, мне нужно, чтобы вы сдали свои значки своему начальству, свалили из города своими детишками и никогда обо мне и ни о чем больше не вспоминали. Так если мы свалим, вы что, поверите в то, что мы никому нигде ничего не скажем? Конечно, не поверю. Вы сейчас запишите мне видеопризнание, что это все ваш план, и если вы не сдержите свои слова, то это видео попадет во все новости, и вы будете в розыске у всех федеральных агентов этого мира. Хорошо, мы сделаем это. Аж вы мои молодцы, а? Ну, поехали. Уважаемое правительство, мы хотим признаться, что все это время мы работали под прикрытием. Выполняли секретные Сынок, молодец. Тихо. А что с ней? Вот это ты вовремя. Я просто вот эту штуку нашел в ящике. Так, аккуратней. Аккуратней, детям не игрушка. Как ты понял? Там инструкция была, я ее прочитал. Ты же не умеешь читать. Ты вообще помолчи. Так, дети, стоп. Хватит ругаться. Развяжи сестру и бежим отсюда. Развяжи сестру. Это мы оставим себе. А я думаю, в ее телефончике будет куча интересной информации. Отлично. Блин, не развязывается. Я ее так потащу. Всему тебя учить надо. Да я не хотел развязывать. Все, дети, поехали домой. Я думаю, нас всех ждет прекрасный семейный ужин. Можно я дома брата закопаю? Угомонись. А с этой что делать-то? Полиция этим займется. Бегом домой. Ну что, семья, поздравляю всех с отличным окончанием дня. Кстати, сынок, а как ты нас нашел? Так я слежу за Светиным телефоном уже 2 года. Ты что, офигел? Так, дети, не ругаться за стол. А чего она меня ударила? А ты не жалуешься, маленький что ли? Во-во, ведет себя как девчонка. Так, все, стоп. С этого дня никаких шпионских игр. А вы? А че мы? Мы уволились. Yes! И завтра мы все вместе поедем на природу. И папа покупает нам лабрадора. Ну, тоже это лишнее. Подождите, а если никаких шпионских штучек дома, как же наш робот-пылесос? Ну, Кьюрелла Макс Ви доказал, что он настоящий друг семьи, поэтому он остается. Yes! Я тоже хочу, меня подожди. Эх, дети, так быстро растут. Я ужин приготовлю. Смотри, он меня объезжает. И меня сейчас тоже будет объезжать.